Привет, с вами я, Фанатчак, и мы сегодня будем делать нычку Брокхевен, которая уже очень старая, с 2022 года. Ей ровно год получается, или больше. Ну, короче, мы начнем. Сначала мы едем вот сюда. Тан-тра-та-тан-тан-та-тра-та-та-та-там. Заходим, запрыгиваем и жмем на эту бумажечку. Получается такой звук. И мы сразу выбегаем и отправляемся на второй этаж этой больницы. Но это такая нычка, может быть, некоторые не знали о ней, может, знали, но мне кажется, все знают о ней. Соответственно, я вам даже покажу, экспериментирую. Заходим внутрь и жмем на этот постер. Он загорается, это хорошо, значит. И мы, короче, победим. Сейчас на мотоцикл и поедем к ферме. Если хотите, можете смотреть все каналы, как это делается. Можете, и мой, мне все равно, в принципе. Поехали. Так, у меня на быструю поставлю. Не, на быструю не поставлено. Ставим на быструю 55 скорость. И поехали. Поехали, 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 приехали. Хотя я чуть не врезался, ну ладно. Ну пофиг на записку, она нам, в принципе, не будет нужна. Но главное, мы приходим вот сюда. Некоторые, может, не увидеть, может, некоторые нет. Пересматривайте, но тут есть одна кнопочка. И мы должны на нее нажать. Почему-то только это сейчас... Терп получилось. Первый левел тест. Автозавана. Короче. Значит, мы берем. Поехали в Библик. Это я так говорю. А на самом деле, для всяких ботаников или таких, библиотеку. Я, например, называю Библия, а не библиотека. Ну, короче, говорите, как вы. Или пишите в комментариях. Как вы говорите, Библия или Библик? Ой, я проехал даже уже случайно, как с вами заговорился. Так, поехали, 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 поехали и... Пофиг. Главное, мы берем, запрыгиваем. Видите, тут такая книга. Берем. Садимся в моцик и поехали. И у нас есть такая книжка, которая... И, кстати, если это пригодится даже для видео. Вот делайте это начало, покупаете вот домик. И типа дом будет как у бомжары. Пользуйтесь тоже не только такой нычкой. Так, я застрял. Еще маленький. Так, я уже вот давно не помню, как это делается. И что тут надо вообще, я не помню. Сейчас книгу, если... Да, нужно книгу взять. И что-то с книгой сделать. Что-то тут нужно было сделать. Тогда кнопочка там будет, которую мы должны нажать. Там такая вот есть. Но я уже не помню давно, что тут нужно сделать. Так что помощь зала не нужна мне, я сам все сделаю. Я не хочу быть каким-то нубярой или такой вот всякой. Походу, это сегодня будет быстрое видео. Убрать, конечно, будет быстрее, но у меня... Фантуб. Футуб какой-то. Чё? Так, походу нужно. Вообще, нужно. Сейчас, дайте я быстренько подумаю. Короче, я вспомню. Вот так. Потом между вот тумбочкой, как я и говорил. Кнопочка. Блин.
Как-то нужно, блин. Сложно немножечко. Вот. Теперь мы должны кое-куда уехать. Так, ну я сделаю вот так, чтобы так долго не выбираться. В принципе, это я маленький скинчик у меня в виде чаки. Я старался сам делать, да. Похоже, немножко говорите, если что. Короче, ой, я не помню. Кстати, да, открыли уже такой новый магазин. Кто знал, кто нет. Заходите в программу и проверяйте. Там, например, я вам скажу, добавили синий Доритос. Все-таки нычка еще такая осталась. Я очень рад. Может быть, такой нычки больше не будет никогда. И все, нычка больше не получится. Но главное, вы будете знать, что было. И всплыло. В принципе. Коробки. Смотрите, вот коробочки SCP, которые мы должны вот так разбивать. Вот так. Вот так. Так. И потом еще вниз. Так, давай-ка так. Оп. Оп, 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 оп. Оп, давай-ка. Оп, оп, оп. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Я сломать еще не могу. О, сломал. Так. Я ту сломал последнюю. Все. Ура. Я это взяла. И сейчас будет последний штрих для этой нычки. И все готово. Выходим вообще отсюда сейчас. Садимся в велик и поехали к портальчику. Вот туда. Видите, дырочка? Ой, не там, а вот тут. Заезжаем. Тут такой вот проходик. Тут заблокировали. Тут проходим. И вот такой портал. И будет немножко страшненько. И можно сказать, мы нычку закончили. И смотрите, вот логотип агентства. И... можно сказать, мы все. И все. Ребята, мы сделали эту нычку, и все идеально. Чаки, ничего не страшно, как и мне. Может быть, и вам не будет страшно. Ну, короче, с вами был я. Фанат Чаки, мой скин Чаки. И, короче, ребята, если вам пригодилось это, то... скажите мне спасибо, вы можете залетать на мои ролики. И так что всем пока-пока!